дежурную часть отдела полиции номер 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел России Орск обратился гражданин по факту хищения у него ювелирных изделий и сотового телефона в отделении одного из банков города Орска, расположенного по проспекту Ленина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и предварительного следствия было установлено, что обратившийся гражданин 28 мая приехал в город Орск из поселка Кумак Баорского района, чтобы встретиться с друзьями. После встречи с друзьями и распития спиртного обратившийся гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул на полке для ручной клади в круглосуточной зоне самообслуживания в отделении банка. Видеокамера, установленная в помещении, зафиксировала, что пока мужчина спал, около 5 часов утра неизвестный мужчина похитил у него цепь и кольцо, а в 6 часов 30 минут другой неизвестный похитил у него сотовый телефон. По подозрению в совершении данных преступлений полицейскими города Орска были задержаны двое местных жителей. При выявлении обстоятельств стало известно, что с одним из них потерпевший познакомился незадолго до совершения преступления. Подозреваемые не отрицают свою причастность к совершению данного преступления. В отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.